На улице значительно потеплело. Весна в самом разгаре, а значит, самое время проснуться клещам. 9 апреля у нас был первый случай зарегистрированного нападения клеща. Это был ребенок, 4-летняя девочка. Она посещает дошкольное учреждение, 21-й детский сад. Клещ был удален в лечебном учреждении и было проведено его обследование. Обследование показало, что клещ является переносчиком вирусного энцефалита. Ребенку проводятся все необходимые профилактические мероприятия. Нападение ориентировочно произошло на территории соцгорода в районе улиц Курчатова, Ленина. Начинается у нас дача, начинается уборка кладбищ, люди пойдут на кладбище. Это вот места, где можно легко цепить клеща. Стоит напомнить, что клещи обитают на кустах и тропинках. Чтобы защитить себя от переносчиков опасных вирусных инфекций, необходимо соблюдать меры профилактики, надевать закрытую одежду, внимательно проводить само- и взаимоосмотр. В случае обнаружения незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.